привет! Сегодня мы с вами обсудим, как доехать с острова Самуи до Пхукета. Есть одна маленькая ситуация такая, мы опоздали в Пхукет, то есть, как минимум, если вы купите билеты на одно время, реально договорить, скажем так, приехать в другое время. В принципе, это реально, потому что мы проспали в Пхукет, мы проснулись очень поздно, и Олег поехал и как-то ее уломал, что мы поедем позже. Как он с ней договорился, я не знаю. Сколько стоили билеты? Билеты стоили 1000 бат. Они в себя включают билет, 2 билета на паром и 2 билета от Дансака до Пхукета на мини-басе. В пути всего где-то, ну если 8 выезжаешь, то 4 приезжаешь. Если 10, соответственно 6. Отправляемся мы с порта Раджафери. Красотища-то какая! Не знаю, так не видно, наверное. А, вон новая! О, супер! В общем, ехать нам на автобусе на таком оказалось 6 часов. Тогда часов 4 даже. Олег по навигатору смотрит, сколько нам ехать еще. Говорит, едет автобус точно по навигатору. Красотища. Везде. Посмотрите. Мы все едем в таком шоке. Что это там поедет? Где-то это было. Я впечатлена. Не знаю. Вот такой колледж видели. Обалдеть. Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок так учился? Мамочка, поедем мы туда, надо поехать в Пхукет. Поедем. Да, едем уже на Пхукет. Мама, почему поедем до Пхукета? Светофор. Круто. Эрик машет, дядя там. Ой, тебе лапа. Влюбленными глазами. Давай такой. Приятно, да? Да. Ну, красиво там было. Когда все здороваются, приятно. Да. На озере надо казаться. Что, мы на Пхукете? И вы знаете, мы увидели, что здесь очень мало пальм. Это мы уже заметили. Мама, вот там черепаха. Да, черепаха. Там красивая черепаха. Что за куча? Кладки. Пасха же, Олег. А, да, точно. Мама, смотри, ты так. Мама, смотри, ты так. Красиво. Да, и пинги лево, и синие. Ферма куриная. Куриная ферма. Ну а что это? Ну вот, видишь, сок такой, стилистика такая, яйца валяются. Да-да, похоже. Все, мы доехали до Патонга. Все, будем смотреть, куда заселимся. Итак, нас высадили. И сказали нам, что доехать до отеля, ну, где мы забронировали номер, до туда ехать 24 километра. Они говорят такие, 400 бат, типа 200 бат с человека. Мы такие, не вариант. Пошли пешком, сняли деньги. И сейчас у нас стоит вопрос, как добираться. Вообще, было бы замечательно снять байк. Но все здесь не так уж и просто. И вообще нет тук-туков. Ни один не проехал за все это время. Не знаю, как мы будем выпутываться. Представляете, мы идем пешком, и вот этот мужчина подарил нам воду. Мы обалдели.
Просто. Короче, остановилось такси. За 300 бат поедем до Пхукеттауна, а оттуда на мини-басе в, ну, уже туда, куда нам надо. Попробуем так добраться. Или попробуем арендовать мотобайк. Тоже вариант. Ну, как тебе город? Город, как город, прям город. Угу. Вообще прикольно. Много деревьев. Тротуары чистенько. Да. Ну, относительно чисто, достаточно. Пальмы тоже полно. Чисто. А, видели уже несколько мечетей. Очень много здесь, да. Красота-то какая. Ну, давай уже подъезжай скорее. Закат сегодня безумно красивый. Слушай, увеличивает изображение, вот прям ужас. Водитель привез нас на автобусную станцию, говорит, то, что, ну, вообще можно было, в принципе, добраться. Да, за 50 бат, да, да. За 50 бат с персоны можно было добраться до нашего отеля, но уже 6 вечера и уже не иду туда. Никакие маршрутки. В общем, по-любому надо арендовать байк, да? Да, но лучше это арендовать там, рядом с этим. Откуда это? С отелем, по-любому. Или в отеле самом есть. Короче, город какой-то прям пробочный весь. 200 говорит, бат и штуки. Не хочет он нас вести. Короче, ну 300 бат получается и 200 тук-тук. Ни черта мы не сэкономили и первый раз, как всегда, комом. Местный центр фестиваля. Пхукетский. Садимся в другое такси. Он довезет нас за 200 бат. Мы заселились в номер, ребята, нет слов, одни эмоции. Давай покажем. Эрик, давай не подходи сюда, потому заходи. Что здесь очень высоко. Иди сюда. Да, заходи. Ладно, иди сюда. Заходи, Эрик. Я тебя сниму. Огромная кровать двухспальная, тумбы, холодильник, офигенный шкаф. Какой-никакой, а телек даже узенький такой. Круто, панорамные окна даже есть. Я тоже вас. А сколько? Три ночи за трое суток отдал я 1140 бат. Мы доехали сюда, блин, дороже. Ну да, за такси, за это все. То есть 1000 получилось путь от Самуи до Пхукета на автобусе. Плюс 500 бат такси. То есть 1500 бат. Мы отдали 1500 бат, только чтобы сюда приехать. Знаешь? 1140 за проживание. Вообще копейки, короче. Супер. Красота. Блин, и холодос есть, и чайник есть. И, слушай, кофе можно попить. И воды 3 бутылки. И воды 3 бутылки. И сейчас ребята собираются. Он, короче, хочет сумму. Ух, нифига. Слушай, тут круто. Офигенно, офигенно тут, Вань. А, там целый город. Вау.